Перед тем, как перейти к последней части нашего исследования, хочу выразить уважение автору книги «Дикие лебеди» за то, как она честно все рассказывает и не щадит своих родителей, которые, собственно, и создавали этот маоистский режим. При всей своей любви к родителям Юньчжан правдиво нам повествовала, как это было. Есть чему поучиться, потому что в постсоветских странах принято безоговорочно восхищаться любыми дедами, а в России их еще и на палках таскают, даже если они были мародерами, НКВДшниками или коммунистами. Так что очень полезно развивать в себе критический взгляд на предков и трижды подумать, прежде чем хвастаться семейными фотографиями в соцсетях. Как-то в Фейсбуке одна дамочка выставила своего дедушку и ни слова не рассказала о нем, кто он, о его заслугах. Как обычно, народ начал восхищаться ее дедушкой, и только один парень поинтересовался: а можно пару слов о его жизни, а то рожа у него какая-то протокольная. На парня того, как обычно, набросились люди, почему вы такие злые и все такое, но про дедушку так ничего и не объяснили. Так что не ленитесь, изучайте прошлое своих предков и учитесь на их ошибках. И еще, я таки заблудилась в китайских именах. Называла автора романа Джан, хотя это оказалась ее фамилия, а имя ее Юнь. Поэтому, чтобы не запутаться окончательно, я дальше буду называть ее полным именем Юнь Джан. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, Юньчжан откараскалась от Гималаев и с братом добралась домой. Родственники рассказали ей о последних днях бабушки и подтвердилось, что ее организм не вынес всех испытаний, выпавших на ее долю. Юйфан еще внуки водили пару раз в больницу, но врачи не находили у нее никаких болезней. Как мы говорили, это была депрессия. Юйфан просто лежала и ждала смерти. Дочь ее Дыхон выпустили из тюрьмы на недельку, чтобы она попрощалась с матерью и проводила ее последний путь. Анализируя жизнь бабушки, Юньчжан думала о том, каким прекрасным человеком она была. Но не было у нее возможности где-то реализовать свои способности. Тоже один из признаков больного общества. Вечная борьба за выживание, отсутствие социальных лифтов ведет к тому, что люди уезжают, а если нет возможности, то спиваются, колятся или даже впадают в депрессию. В общем, постоянные страдания надломили Юйфан и разрушили ее. Но жизнь продолжалась, и Юньчжан надо было найти другую сельскохозяйственную коммуну, где бы ее приняли и поставили на довольствие. Это была общая проблема молодежи, и многие юноши тогда записывались даже воевать в Лаосе и Вьетнаме против американских империалистов. 17 октября 1969 Лин Бяо объявил в стране военное положение под предлогом трений с СССР и отослал в армию своих недругов, а врагов народа в лагеря. И под этим соусом Дыхон выпустили из тюрьмы и отправили в Буффало Бой Флетленд. Это где-то здесь в Красном квадрате. А Юньчжан и ее сестра Нана нашли коммуну поблизости под названием Дыян. И вот Юньчжан наконец увидела жизнь сельских жителей, что это такое в реале. В коммуне выращивали пшеницу, рис, овощи, рапс и батат. Это такой овощ на вкус, как смесь картошки, морковки и кабака. Поселили школьников рядом со свинарником. Жить там было невозможно из-за запаха навоза и мух. И тогда им с сестрой построили хатку на влажной площадке, где перед этим делали лампач. В этой хатке был вечно мокрый глиняный пол, после дождя он превращался в грязь. От постоянной сырости скоро под кроватью и углом выросли грибы. Однажды девушки уронили горох, так тот скоро пророс прямо на полу. Теперь, как была устроена коммуна? Нам интересно сравнить с колхозами. Как мы говорили, управляли коммунами продуктовая команда, как бы правление колхоза с председателем. В начале дня селянам нарезали работу, в конце дня ставили очки, по-нашему трудодни. 12 часов отработал, трудодень заработал. Меньше 12 часов – ничего.
В конце года распределяли урожай по тем же очкам трудодням. Женщины получали очков на четверть меньше автоматически. Классовые враги на пару очков меньше других, даже если их работа была самая тяжелая. Поэтому работу, которую можно было сделать за 5 часов, растягивали на 12. Как говорит автор, скука так же утомительна, как и непосильный труд. Все вручную, разве что буйволы немного помогали. Во время большого скачка в округе повырубали. Рубали все сосны, эвкалипты и кипарисы, чтобы варить сталь. Поэтому горы вокруг были лысые, а древесина в дефиците. Электричество отсутствовало. В коммуне проводились такие жизнерадостные сессии, как «Поговорим о плохом», где люди делились своими впечатлениями, как все ужасно было при чанкайшистах. Заканчивались сессии одами благодарности к Мао за прекрасную жизнь. При этом часто вспоминали и голодомор. Селяне рассказывали, что урожай в те годы был невиданный, но им сказали, что собирать его не обязательно, а первоочередная их задача – это варить сталь. За пропитание не беспокойтесь, оно из столовой никогда не исчезнет. Но столовая потом закрылась, а остатки еды вывезли в Пекин и Шанхай. И вот еще одна придумка Мао. В этот момент, если логически рассуждать, то винить в голодоморе, кроме как великого кормчего, больше некого. Это же он призывал варить сталь, но в коммуне при этом оставили жить и работать рядом с селянами председателя продуктовой команды тех лет, которого и обвинили в голоде и во всех грехах. Он всегда был у селян перед глазами, как козел отпущения и мальчик для битья. Пожалуйста, с него весь спрос. Кляните его сколько угодно. Вот он рядом с вами. И селяне благодарили Мао за то, что он наказал этого виновника Голодомора. Почти все селяне были безграмотны, им умение читать и писать было ни к чему. Юн Джан себя представила как не от мира сего, книжки в свободное время пыталась читать, ее считали лейбой и в итоге радостно отпустили в доктора. Медицинское образование сельским докторам не требовалось. Мао придумал такую профессию, как босоногий доктор, который предполагалось живет как селянин и бережет обувь. Юн Джан всегда хотела быть врачом, поэтому взялась студировать руководство для босоногого доктора. Таким образом, Мао решил заполнить вакансии врачей в селах. Он сказал: «Обучение не обязательно, учитесь на практике». И добавил: «Чем больше читаешь, тем больше глупеешь. Я, например, начал работать, не имея никакого образования». В клинике, слава богу, работали пара других докторов, которые, правда, лечили преимущественно травами. А Юй Джан выполняла скорее медсестринскую работу, уколы, перевязки и так далее. Также она по книжке изучала иглоукалывание. Но слинять из коммуны на какое-то время трудностей не представляла. И Юй Джан на несколько месяцев покидала коммуну, чтобы проведать родителей. Сначала она поехала к матери, это было в ноябре 1969-го. В лагере, где жила Дыхун, тоже не было ни техники, ни электричества. Но Дыхун помнили, как она спасала людей, и отношение к ней было в основном позитивное. Кроме тяжелой работы, напрягал и суровый климат. В той местности смена сезонов происходила не за год, а за один день. Утром зима, днем лето. Жили люди в бывших свинарниках, ели преимущественно вареную капусту. Когда Дыхун заболела гепатитом, то даже обрадовалась, потому что все вокруг старались ей помочь и обеспечивали лучшим питанием. «Не удержусь и остановлюсь на волках. Волки – это мои любимцы. Умнейшие животные гораздо разумнее людей. Там в стае все на своих местах. Клоуна вожаком никто никогда не поставит». И в той местности также обитали волки, и местные жители рассказывали об их методах охоты. Заходит волк в свинарник и начинает лизать и щекотать поросенка за ушками. Его нос стоит так млосно и завмирает. Тогда волк мягко берет поросенка за ушко и тянет его из свинарника. И при этом потирает
тело жертвы своим пушистым хвостом. И порося как бы дремает, и в момент своей смерти оно находится в состоянии транса и уходит, видимо, в мир иной, так ничего и не осознав. Дихон было 38 лет. С мужем ей запрещали видеться, надежды на освобождение никаких, им всем втирали, что они тут в лагере пожизненно. Это фото 1971 года. Дихон на фоне кукурузного поля, которое она помогала обрабатывать. Потом Юн Джан поехала проведать отца. Там оказалось все гораздо жестче. Ван Юй был истощенным и изможденным, потому что его лагерем управлял Сычуаньский революционный комитет под управлением семейства Тинь. После тяжелого трудового дня ему еще и устраивали вечер разоблачения. Автор называет этот лагерь ГУЛАГом, но нет, какой там ГУЛАГ, если дети проведывали Ван Юя по очереди, жили там в лагере, ухаживали за отцом. Юнь Джан, например, гостила 3 месяца, питалась в столовой, ей дали койку, часто с отцом она совершала прогулки по лесу. Тут Сталин Мао переплюнул. Наверное, потому что ГУЛАГи находились в ведении НКВД, а в Китае революционных комитетов. В начале 1971-го супругов Тинь турнули, и Дихон разрешили встретиться с мужем. Но культурная революция все еще продолжалась. Тинь турнули не за их злодеяния, а потому что их покровители впали в немилость. Дихон в это время страшно болела, у нее была склеродермия, это отек и уплотнение за ухом, правая челюсть. Челюсть ее стала меньше, чем левая, затылок и рука онемели. 25 октября 1971 убили Линь Бяо. Молва связывала это с падением Чень Бода. Мао стал подозревать, что его уж как-то чрезмерно обожествляют, чтобы сделать из него английскую королеву, а самим управлять страной. Юнь Джан удивилась, что селяне никак не реагировали на все эти новости из Пекина. Они, кроме Мао, никого и не знали. Но после этого начались реабилитации. Хотя Ван Юя это не коснулось. Он вообще держался только на транквилизаторах, которые принимал в лошадиных дозах. Организм его так истощился, что в свои 50 он выглядел на 70 лет. Кашель с кровью, одышки и обмороки его доканывали. И вот для нас интересно, что в лагере Ван Юй начал испытывать, скажем так, не раскаяние, а некоторое угрызение совести. Он послал телеграмму жене, где просил прощения за все беды, что ей принес. Весной 1972-го, во время визита сына, он его вывел на территорию лагеря и начал исповедоваться, предчувствуя скорую смерть. Это фото Ван Юя с сыном. Он не говорил, какой я был дурак, что я натворил, а пытался оправдать себя трудным детством, что кругом видел несправедливость и поэтому примкнул к коммунистам с горячим желанием построить справедливое общество. И старался как мог, хотел как лучше. Ван Юй считал, что плачевное его состояние сейчас – это возмездие за то, что он подписывал смертные приговоры при проведении земельной реформы. Но, как видим, посыпая свою голову пеплом, Ван Юй сразу же нашел себе и отмазку. Он оправдывал себя тем, что убиенные им сделали очень много нехорошего, и поэтому это Бог так сделал, чтобы их убили его руками. «А что я сделал плохого, чтобы заслужить все это?» – терзал себя Ван Юй такими вот вопросами. Ну, это психика простых людей – всегда найти себе оправдание. Это не я такой, это жизнь такая, виноват Мао, виноват Байден, виноват Порошенко, ко-ко-ко. А я простой человек, что с меня взять, кроме анализов? Со смертью Лин Бяо Мао потерял своего человека, контролирующего армию. Тогда он убрал всех маршалов, что противились культурной революции, и пораставлял в армии опять же свою чмошницу мадам Мао и ее камарилью. И ничего ему не оставалось, как опять вернуть Дэн Сяопина и других ранее уволенных чиновников. В ноябре 71-го Дихон реабилитировали. Она вернулась домой, ей начислили полную зарплату, но должности не предоставили, все места были заняты. Мао санкционировал массовую реабилитацию, потому что понимал, что его эксперименты всегда приводят к падению экономики. Наигрался и дает заднюю, такие вот качели. Поэтому он сократил революционные комитеты в половину и отодвинул их на второй план. Дихон выплатили всю зарплату с 1968 года, и это была астрономическая для семьи сумма.
Премьер Чжоу Эньлай запустил экономику, вернул специалистов, заработали фабрики и заводы, появились рабочие места. Юньчжан удалось вернуться в город и прописаться там. Она пошла работать в Чэнду на машиностроительный завод в литейный цех. Ее работа заключалась в утрамбовывании земли в формы. Работа грязная, но зато 8 часов в день, а не 12. Девушка работала с охоткой, чему бы удивились селяне Дэян, считавшие ее бездельницей. После сельского труда это был почти рай, притом появилось ощущение, что культурная революция идет на спад. Потом Юньчжан удалось перейти на другую работу, электриком. Опять-таки по заветам Мао, зачем учиться, если все можно узнать на практике. Прикиньте, 20-летняя девушка работает электриком. В первый месяц ее раз 5 долбануло током. Один раз так, что у нее волосы стали дыбом. Никакой техники безопасности. Но она, прикиньте, привыкла к этим электрическим разрядам. Зато не нужно было работать целый день, а эпизодически. Сиди в коптерке и жди, когда тебя вызовут. Один электрик ей рассказал, что в старые времена он даже мерил ток тыльной стороной руки. А Дэхон требовалось лечение. После лагеря она врачевалась только китайской народной медициной. Панцирем черепахи, желчным пузырем змеи, чешуйками муравьеда. И весной 72-го она с дочерью поехала в Пекин, чтобы показаться настоящим врачам. Ей диагностировали доброкачественную опухоль матки, вырезали ее, а склеродерму локализовали. В мае Ван Юя выпустили из лагеря, и он тоже приехал к ним в Пекин, а оттуда все поехали домой. Жизнь налаживалась. А тут открылись университеты, и Юньчжан загорелась поступать на английскую филологию. Приоритет давался рабочим, она как раз и была рабочей. Ей дали на машиностроительной фабрике рекомендации, девушка блестяще сдала все экзамены, но в последний момент все это отменили. Это фото 73-го года с бригадой электриков, когда ее провожали на учебу в университет. Юньчжан внизу по центру. В верхах решили, что именно комиссии должны определять, кому учиться, а кому нет. И пришлось Дэхон включать личные связи, чтобы вытягивать своих детей из сел, устраивать их на учебу. Ван Юй по старинке включал свои твердые принципы и отказывался принимать в этом участие. Весной 73-го Дэн Сяопина реабилитировали, и он стал вице-премьером. Вроде бы страна постепенно оживала. Но мадам Мао все это не нравилось, и она через прессу стала кидать такие свои идиотские лозунги. Остановить производство – это тоже революция. Лучше социалистические сорняки, чем капиталистический урожай. Нам нужны не образованные рабочие, а не образованные аристократы. И призывала школьников снова бунтовать против учителей, а рабочих разрушать станки, как это делали англичане в 18 веке. Все это, чтобы создать проблемы Чжоу Эньлаю и Дэн Сяопину и возобновить хаос. Все это, чтобы опять чувствовать себя на коне, вернуть славные деньки. Она даже запустила кампанию по разоблачению Конфуция, чтобы насолить Чжоу Эньлаю. И на этом этапе Юньчжан стала понимать, что именно Мао виноват в культурной революции. Это было трудно разрушать идола, но девушка развивала свое критическое мышление и была на пути к этому. Когда Юньчжан начала учиться в Сычуаньском университете, то обнаружила, что почти все, как и она, поступили туда через заднюю дверь, то есть по протекции. Жила она в общежитии, учить английский было трудно, а на этих спикерах можно было только мечтать. Передачи BBC и «Голос Америки» слушать запрещалось. Учебники – сплошная пропаганда. Первое английское предложение, которое она выучила – «Пусть живет председатель Мао». С большим трудом удалось достать старые учебники и тайно по ним учиться. Но ее успехи в английском стали заметны, и девушку стали травить. Она уже испытывала ностальгию по годам, проведенным в сельской местности и на фабрике, где ее никто не дергал. Студентов часто вывозили за город. Они взрывали тротилом сады, тягали камни на плечах, чтобы освободить площадку для выращивания риса. Также их отвлекали от учебы военными учениями. Это фото ноября 74-го, студенты на военных учениях. Дэхон вверху, вторая справа. И полный переворот в сознании Юньчжан случился тогда, когда одна подруга дала ей копию газеты Newsweek с фото Читы Мао и попросила перевести текст. В
статье говорилось, что мадам Мао – это глаза, уши и голос Мао. До этого Юньчжан не связывала поступки этой парочки, и чары Мао спали с нее окончательно. Она поняла, что это именно Мао стоял за разрухой и страданиями китайцев и ее семьи в частности. Без него мадам Мао и ее второстепенная тусовка не продержались бы и одного дня. Вот так падают идолы. Но это только в том случае, если люди пытаются докопаться до правды. Это фото студентов. Юньчжан внизу, третья слева, перед Сычуанским университетом. Мы охарактеризуем этот этап как попытки отремонтировать цемент власти, который разрушился от диких танцев. Цемент смешался с кровью, а танцевали на нем на шпильках и кованых сапогах. Но чтобы провести ремонт, необходимо убрать сначала танцоров. Те тоже подустали, но еще шаркают и пытаются удержаться, потому что знают, что загнанных лошадей пристреливают, не так ли? И у танцоров цейтнот. Мао 82, и он, шаркая из последних сил, но свое допляшет. А мадам Мао уже сняла свои туфельки на шпильках и танцует в тапках. Но все еще пытается выделывать по старинке кренделя. Вот такая вам метафора. Что до Ван Юя, то он не подлежал реабилитации, потому что критиковал лично великого кормчего. Он продолжал глотать транквилизаторы в лошадиных дозах, и врачи ничего другого не могли ему предложить. Время от времени он лежал в психиатрических клиниках и умер от сердечного приступа в апреле 74-го. Это его фото перед кремацией. А это фото с панихиды. Чиновник читает прощальную речь партии. Эта речь была важна, так как нею партия давала оценку Ван Юю, что открывало будущее его детям, даже несмотря на то, что он сам был мертв. Поскольку Ван Юй критиковал Мао, который был еще жив, то первая версия речи была скорее ругательная. Дэхон сделала все, чтобы добавить туда позитивчик. Панихиду организовал похоронный комитет из бывших коллег покойного, включая тех, кто его преследовал. Поминальную службу тщательно срежиссировали до мельчайших деталей, уточнялся даже размер венков. В ней приняли участие около 500 человек. Студентов по английской филологии как-то отвезли в порт Чжанцзян на практикум и поставили им задачу искать матросов иностранных судов, чтобы поговорить с ними по-английски. Это был трэш, потому что моряки были из Гамбии, Пакистана и других стран третьего мира. Но студенты разевали рты от удивления, увидев на их запястьях хорошие часы, в руках фотокамеры и банки с напитками, невиданные доселе. На этом фото студенты практикуют свой английский с моряком филиппинцем. Когда Юньчжан вернулась домой в декабре с этой практики, то узнала о начале гонений против мадам Мао и ее прихлебателей, так называемой «банды четырех», которая все еще старалась продолжать культурную революцию. 80-летний Мао пытался даже их сдерживать, осознавая, что народ на грани, его нельзя доводить до белого коленя. Интересно, что хотя мадам Мао все ненавидели, но она, видимо, сама не осознавала, что ей пора опустить хвост и не лезть на рожон. И вот 8 января 1976 года умирает Чжоу Эньлай, и Мао назначает на его место какого-то Хуа Гафена и разворачивает кампанию по разоблачению Дэн Сяопина и против возвращения правых. Опять пошли массовые митинги по разоблачению Дэн Сяопина, но они проходили без былого пафоса. В Сычуанском университете, например, на таких митингах разоблачители читали скучным голосом заготовленные тексты, а остальные занимались своими делами, разговаривали и даже ходили по аудитории. И тут важный момент. В стране создается ситуация, когда низы не хотят, а верхи не могут. Пришел момент, когда все ужасы осточертели, и тогда народ взрывается. Люди не хотят отката к жуткому прошлому. И в Китае такой взрыв произошел, заметим, еще при жизни Мао. По всему Китаю начались протесты против банды четырех, которые в печенках у всех сидели. Протестующие выступали за Дэн Сяопина, чья популярность в народе росла с каждым днем. Все видели в нем адекватного человека. И пик протеста пришелся на 5 апреля 1976 года, когда вдруг проснулась полиция и арестовала сотни людей. Мао и банда четырех назвали это контрреволюцией. Дэн Сяопина взяли под стражу и обвинили в организации этих протестов. Но сам факт этих выступлений взбодрил Китай.
Ну, вы понимаете, для тех, кто ожидает в России подобного, то не дождется никогда. Там это невозможно по определению. Россияне к этому не приучены, что заметил еще их писатель Салтыков-Щедрин. В октябре 17-го это была не революция, а большевистский переворот. А все эти болотные вообще странное сборище. Типа либералы выводят людей на протест, а потом бац-бац и мимо. Тут же протест сливают. Это никак нельзя назвать народными выступлениями. Так вот, с того момента, по сути, режим Мао стал ослабевать. По старости кормчий ничего нового придумать не мог, а старые методы уже не работали. Но старик и был еще силен и опасен, конечно. Летом 76-го случилось землетрясение недалеко от Пекина. 242 тысячи погибших и 164 тысячи раненых. Страна погрузилась в траур. Банда четырех в прессе посожалела о жертвах, но они там уже окончательно попутали берега и тут же предупредили население, чтобы оно не отвлекалось на первоочередную задачу. Разоблачать Дэн Сяопина. Мадам Мао рубанула с плеча. Да, имеем несколько сотен тысяч погибших. И что? Разоблачение Дэн Сяопина касается 800 миллионов людей. И вот, наконец, 9 сентября 1976 Мао приставился. И автор подводит итоги правления Мао Цзэдуна, чему она была прямым свидетелем. Во-первых, как мы видели, Мао опирался на бесконечную колотнечу. Он понимал все темные стороны человеческой души, особенно такие, как зависть и обида, и умел пользоваться этими чувствами для достижения своих целей. Этим Мао удалось превратить людей в главное оружие своего диктаторства. Во-вторых, похвалю себя немножко. Я выставляла ролики по мере чтения книги, а не после того, как всю ее прочитала. И вот автор тоже говорит, что у Мао не было своего КГБ, потому что в этом репрессивном органе не было необходимости. Заставляя людей проявлять свои самые ужасные качества, кормчий создал на месте морали пустыню, а души многих китайцев наполнил ненавистью. В-третьих, смерть Мао многие люди оплакивали совершенно искренне, ну как по Сталину рыдали. Автор считает, что плач по Мао – это естественное запрограммированное действие их запрограммированной жизни. Гениально сказано. Подумайте над этим. И в-четвертых, Мао прославлял невежество. Он натравливал темное, неграмотное население на образованных, мыслящих людей. Этот завет дедушки Ленина и сейчас используется политтехнологами. У 2019 році, під час выборов президента, Порошенко будував свою программу на боротьбі із зовнішнім ворогом – Росією, намагаючись на цьому ґрунті об'єднати націю. А 95-й квартал навпаки нацьковував українців одне проти одного меседжами. Зробимо їх разом. Тобто зробимо українців прихильників Порошенка. Ворог не в Москві, а в Києві. Тобто ворог – це українець Порошенко, а не Путін, який через 3 роки нападе на Україну. Весна прийде, саджати будемо. Тобто знову йдеться про переслідування українських опонентів. І ця риторика зберігається до сьогоднішнього дня. Однако гнев народный новым властям Китая удалось направить исключительно против банды четырех. В октябре 76-го мадам Мао и ее подельников арестовали, а новый правитель Китая Хуа Гуофен объявил строительство огромного мавзолея. И это в то время, когда сотни тысяч людей оставались без крова после землетрясения. Дэхон уже 5 лет сидела дома, и вдруг после смерти Мао она загорелась идти на работу, чтобы строить новый Китай. Ей дали должность какого-то 7-го заместителя в департаменте, и она была счастлива. А Юньчжан в январе 77-го завершала учебу в университете. И все еще действовало правило Мао вернуться после учебы на место предыдущей работы, то есть на фабрику. К счастью, фабрику уговорили отказаться от английского филолога, как от бесполезного работника. И при помощи маминых связей Юньчжан стала ассистентом в Сычуанском университете. Но поработать по специальности ей не пришлось. Девушку опять отправили на сельскохозяйственные работы, на перевоспитание на целый год.
Как видим, дело Мао продолжалось по инерции. Так же будет и в России. Придет после смерти Путина новый правитель, подлампичит что-то и продолжит свое дело. Потому что в этой стране, чтобы что-то изменить, надо отстранять от власти КГБ. Но глупо надеяться, что эта организация даст себя в обиду. Суды в Китае не функционировали, партийные чиновники решали сами, кого наказать, а кого нет. И потому супруги Тинь, которых арестовали в 1970-м, сидели без суда до 1982 года, пока суд им не присудил по 20 и 17 лет в заключении. Юн Джан глубоко ранила эта продолжающаяся несправедливость, когда преступников времен культурной революции часто отпускали без суда и следствия. Это то, о чем мы рассуждали ранее. Что справедливость – это не придумка философов. В Китае ее не было никогда, как утверждает автор, но жажда справедливости бурлила в ее душе. В июле 1977-го реабилитировали Дэн Сяопина и поставили заместителем Хуа Гуафена. И каждое слово Дэн Сяопина было глотком свежего воздуха, типа как Горбачева в 80-х. «Нет политическим кампаниям», — говорил он. «Политика партии должна основываться на реалиях, а не догмах». А Юн Джан решила сделать все, чтобы продолжать обучение на Западе. На этом пути стояло много преград, но выручили, как обычно, старые связи родителей. Для этого пришлось похлопотать, чтобы Ван Юя посмертно реабилитировали. Благодаря этому девушка получила одобрение Пекина на учебу в Британии. И 12 сентября 1978 она на самолете туда улетела из пекинского аэропорта. Это ее фото перед отлетом в Британию. В первый раз мы видим ее такой счастливой. С тех пор Лондон стал ее домом. 10 лет она не могла даже думать о Китае. Но потом, как человек ответственный, решила написать эту книгу. Странными путями эта книга попала ко мне. И я хотела ее не раз выкинуть, потому что она толстая и занимает много места. Я думала, что никогда не выучу английский до такой степени, чтобы прочитать ее. К тому же я понимала, что книга эта непростая, а почитывать же нам на досуге хочется все время что-то развлекательное, чтобы отвлечься от того, что творится вокруг. Правда? А это фото Юн Джан в 1990-м в Италии. Просто красавица. И мы ей страшно благодарны за ее книгу, за то, что она нас сделала начинающими китаеведами. И теперь мы всяких экспертов будем слушать более осознанно и скептически. Канал Ирины Коновець-Поплавської. И несколько слов о том, как аукается маоизм в современном Китае. Во-первых, понятно, что порывать с ужасным прошлым нужно, устраивая что-то типа Нюрнбергского процесса. Необходимо наказывать виновных, каяться и идти вперед. Но ни суд над маоизмом, ни над коммунизмом после распада СССР так и не свершился. Почему? Чтобы использовать наработки тех лет и продолжать под другой личиной действовать в том же тоталитарном направлении. КГБ это помогало культивировать у постсоветского обывателя ностальгию по СССР. Во-вторых, теперь мы понимаем, почему Мао и Ленин до сих пор преспокойненько лежат в своих мавзолеях. Опять же, чтобы не разрывать связь с прошлым, которая когда-нибудь пригодится. В-третьих, в Китае не существует понятия маоизм, а вместо этого Мао Цзэдун Сысян, идеи Мао Цзэдуна. То есть, помните, как советскому народу вдупляли? Идеи Ленина хорошие, это Сталин их перекрутил по-своему. То же самое с идеями Мао. Во всем виновата банда четырех, а он вообще не при делах. И, наконец, кратко о современном Китае, то, что я узнала из интервью разных аналитиков и отмечаю, получив новое знание об истории этой страны. Во-первых, в Китае есть такие исторические резолюции, и за время существования Компартии их выпустили Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Так вот, Си тоже выпустил такую 500-страничную резолюцию и назвал там три эпохи – Мао, Дэна и Си. Месседж такой. Товарищ Мао привел страну к победе над угнетателями,
Товарищ Дэн принес процветание, а теперь товарищ Си ведет народ в новую эру национальной мощи. Во-вторых, Си Цзиньпин продолжает эксплуатировать образ китайского императора, доброго снаружи, грозного внутри. Это видно по его походке и манерам, как он произносит речи. В-третьих, Си практикует выборочные антикоррупционные кампании, при помощи которых устраняет своих оппонентов. В-четвертых, Си Цзиньпин подгреб под себя всю власть в стране. Он переизбрал себя любимого на третий срок, сформировал постоянный комитет политбюро из преданных ему организмов и отменил сменяемость высших китайских партийных функционеров. В-пятых, Си ужесточил контроль над обществом и усилил подавление несогласных с его курсом. В 2015-м в Китае были арестованы сотни адвокатов, которые вели дела, связанные с защитой прав человека. Некоторые из них оказались в тюрьме, другие лишились лицензий. С 2017-го стали появляться сообщения о том, что Китай проводит массовые репрессии по отношению к уйгурам. В-шестых, каждому диктатору нужны враги. При Си главным врагом Китая стала опять США. Зато сразу с приходом к власти он скооперировался с Путиным, и они вместе решили заткнуть Запад за пояс. Чему это привело, мы сейчас знаем. Теперь я понимаю, что без благословения Си Путин бы не решился на агрессию против Украины. В общем, как-то так. А теперь мы можем распечатать на цветном принтере и повесить на стену такую вот блямбу за подписью самого Си Цзиньпиня и говорить гостям, что это свидетельство об окончании курса начинающего китаеведа.